1 февраля Samsung представил свою флагманскую линейку Galaxy S. Сразу же после этого начался предзаказ, но старт продаж в теории должен был начаться только 17 февраля. Но уже могут покупать его, в магазинах он уже в наличии. Я решил обновить свой рабочий телефон на данный девайс. Дамы, господа, всех приветствую. Давайте распаковывать. Давайте распакуем новый Galaxy S23 Ultra. У нас он в зеленом цвете на 512 гигабайт, 12 оперативки. И в этом году Samsung решил сделать всем приятное, поставив во все свои линейки, во всех своих регионах Snapdragon 8 Gen 2, специально сделанный для Samsung, для Galaxy устройств. Давайте распакуем его. Итак, у нас появились здесь вот такие защитные бирки. Это мы все знаем, откуда пошло. Давайте посмотрим, как они открываются. Открываются хорошо достаточно. Вторую, не знаю, вскрывать, не вскрывать, а давайте вскроем. А, плохо пошло. С этой стороны тоже плохо. Ну ладно, мы с одной хорошо открыли. Вот он, красавчик. Вас ничего не смущает? Да, здесь еще одна картонка. То есть они положили телефон в картоне. То есть вот эта вот картонка, она прям прилипает. Вот он, красавчик. Цвет в реальности прям очень красивый. Прям вживую он смотрится кайфово. Блок камер достаточно большой. Торцы стали другие. Торцы стали намного квадратнее, скажем так. То есть менее покатый вот этот вот дизайн стал. Экран стал менее покатым. Здесь тоже он менее покатым. Перископная камера. Перископная камера. Прям кайф, кайф. Давайте клеим пленочку. Да, с Galaxy S22 Samsung перестали клеить на них защитную пленку с завода. Но это, в принципе, не беда. Samsung предлагает их же с адаптером, который легко клеится. Легко клеится и также защищает хорошо телефон. Такими же пленочками я пользуюсь на фолде. И за полгода поменял как раз две пленки примерно. Ну, вторая пленка сейчас на нем. Торцы у нас заклеены, как и всегда. Вот они отклеиваются. Эти торцы у нас тоже заклеены. Сразу снимем все пленочки. Но устройство, конечно, интересное стало. Квадратные ноут линейки. Торцы стали. Стилус матовый, кстати. Стилус у нас матовый. На нем нету логотипа Samsung, что странно. Давайте запустим. А пока он запускается, давайте посмотрим, что еще есть в коробке. А в коробке у нас, по сути-то, ничего больше нету. Quick гайды,
еще одни квик-гайды на нашем языке уже. И зарядник. Провод зарядки. А, ну там еще внизу есть. Здесь еще есть. Да, есть скрепочка. Все, он загрузился, пишет welcome. Давайте настроим его по-быстрому и вернемся. Так, извиняюсь, у меня кошка прям мешает. Так, ну теперь нам пока не помешают. Здесь все как всегда. Распознавание нет. Давайте не по лицу. Ай, пропустить. Нет, отпечатки. Давайте посмотрим, как отпечаток срабатывает. Легко. Пин-код. Так. Ну давайте попробуем. Давно я таким уже не пользовался способом. А, смотрите, он даже перемещает, чтобы ты тоже перемещал палец не в одну и ту же точку, чтобы нажимал. Все, это достаточно быстро. Быстрее, чем было до этого. Так, здесь надо на Samsung зайти. Анализируем. Давайте оставим пока светлый. Все, настройка завершена. Готово. Все. У нас все готово. Я не стал переставлять все с фолда сюда. Оно потом все само все равно подгрузится еще. Поэтому. Ну, что? В скором времени будет более детальный обзор по этому телефону. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте. Добро пожаловать в телеграм-канал, в мой инстаграм. До скорых встреч!